have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы продолжаем рубать в экзанимум. Только что зашел, проверил список наемников. Я понял, о чем вы говорили, вот здесь вот написано профессия, и у меня пока что здесь только воины есть. То есть я пока что торговца тут не нашел. Интересно, как меняется этот список после каждого боя, стоит ли туда заходить регулярно или нет. Хорошо, у нас... О, у нас один золотой, фига себе. Когда я стал таким богатым? Я в прошлый раз не заметил. Ну, то есть мы под конец провели парочку боев, я там уже не особо смотрел на деньги. Так, хорошо, хорошо. Пойдем, ну, пойдемте на дуэль, да. Пойдемте, наверное, на вот этом вот чуваке, на 33-м. Блин, я не помню, что у него за оружие. Я подзабыл немножечко, сколько я не играл. Блин, это чувак с молотком. Ох! О, неплохо, неплохо. Ай. Да не надо наотмашь, блин. Блин, под молнию все так эпичненько, но я продул. Скорее всего. Вот это был неплохой ударчик сейчас, кстати. А, не, ладно, не продул. Ха, три удара подряд зашли неплохо. Молоточком его затюкал. Вот этот чувак с молотком мне пока что меньше всего нравится, если что. Ну ладно, дуэль мы выиграли. Хорошо, хорошо. Давайте я сейчас немножко поэкспериментирую. Просто посмотрим, меняются ли наемники каждый раз после боя. Вроде, кстати, меняются. Воин, воин. Воин. Да, люди, кстати... Хотя нет, вот эту бобень я видел. Возможно, они меняются. После каждого боя приходит один новый человек. Вот это, кстати, да, наверное, было бы логичней. Потому что там у меня был еще чувак такой с мечом, который был тоже воином за 14 золотых или что такое, он сейчас пропал. Наверное, ротация происходит на одного человека. Один новый добавляется, один старый убирается. Окей, значит, нужно вернуться сюда боя через 3, наверное, 4, чтобы понять, как это все происходит. Окей, что у нас есть? Опять дуэль. Хочу ли я идти... Кулачный. Ай, блин, я об этом пожалею. Ладно, пойдемте в кулачный. Мне сказали, что типа ходи в кулачную для того, чтобы твои чуваки лечились, потому что там мне наносят красный урон. Я кулачные проигрываю регулярно. Я кулачные постоянно проигрываю. Блин, а почему... Ой, надо было перчатки одеть. Хорошие. Да блин, только что хороший стрик такой был у меня. Ай, блин, ну да, да. Нет, ну посередине у меня была надежда. Я сколько раза 3-4 подряд неплохо так ударил. Ну ладно, кулачку я проигрываю. Ну, я это и говорил. Жалко, что я еще и деньги за это проигрываю. Хоть и по два этих бронзовых, все равно неприятно. Полезли, наверное, в драку. На кем мы полезем? Вот этим чуваком? Я не хочу им в драку лезть. Пойдемте, наверное, на 22-м. 22-й это у нас с тяжелым прутом который, да? Блин, я уже позабывал все нафиг. Да, это с тяжелым прутом который. Это мы сейчас тут чисто бабло зарабатываем. Ох. Он, чувак, с прутом тоже так... Он не с прутом, он с посохом, блин. Потому что смотри, какая скорость атаки. Это его молотком месит, неплохо. Я не знаю, против кого хочу остаться. Против короткого молотка, блин.
Есть. Ой, я его убил. Упс, случайно. Ай, блин, да... Подлез. Глупо так. Глупо так подлез, блин. По башке дали молотком. На, тебе по голове еще. Блин, красного урона отхавал. Просто на ровном месте. Ладно, зато другие ребята подлечились немножко. Пойдемте посмотрим, что у нас еще есть. Зачистка. Вон, можно на зачистку, кстати, сходить. За кого? Кто у нас там был с... Так, 33-й был с молотком. Может, 88-й? Кто был с посохом? 55-й или 88-й? По-моему, 88-й. Пойдемте на зачистку попробуем сходить. Нет, этот с топориком. Ёлки! Этот с арматуриной... Неприятно-то как. На! Да блин! Да офигеть! Хо-хо-хо-хо! Вот это сейчас было жестко. Ладно, зато... Блин, я хотел взять чувака с посохом. Зато мы теперь знаем, кто у нас с посохом. То есть 88 у нас с топориком, 33 с молотком, 22 с арматурой, 55 с посохом. 55 с посохом. А, вроде как в прошлый раз мне больше всего нравилось именно из этого чувака ходить. Можно в дуэль вот сюда вот зайти. На кандидате. Хотя я не умеха. Блин, вот это сейчас тоже, кстати, рискую. Ёлки! Ёлки! Да хорош! Блин, согласен, да. Да, согласен. В этот раз меня просто раскатали. Я успел несколько хороших ударов нанести. Но просто раскатали. Вызов. Хочу ли я на 22-м пойти на вызов? Блин, и ставка 1 серебряный. Ну, пойдемте. Ну, отходи! Отходи! Я пару раз неплохо ей влепил. Вали! Нет, встань! Встань, встань, встань! Нет! Да ёлки, ну я же почти победил уже. Вот это сейчас было обидно. Там, кстати, уровень пришел этому чуваку. Но я подожду. Он пусть пока что лечится, я подожду. Может, еще на один вызов сходить? Кем я могу сходить? 33-м? Чувак с молоточком? Ну, пойдемте. Пойдемте, пофиг. Будем пытаться молоток качать. Ой, вот мне, по-моему... Вот мне и хана, кстати. Быстрое режущее оружие. А мне сейчас... Блин... Вот это сейчас напряженненько. Ай! На тебе в табло. Ай, блин. Давай на свет, давай, давай сюда. Ай, вот это был хороший удар, если бы он попал. То, что я... Ох.
Нет! Есть, неплохо по голове зашло, но... Я практически уверен, что я проиграю. Хотя вот, вот! Все? Да! Фух, последний хедшот выручил. Иногда бывает, что она замахивается. Из-за того, что я двигаюсь, я еще больше получаю урона, потому что наши скорости ее клинка и моего движения совпадают, комбинируются и... Фух. Так, 88-й, пойдемте... Да, после этой драки, после... Кстати, там есть драка. Не, пойдемте попробуем на зачистку. После этого я пойду посмотрю... Неплохо. Не попадаемся. Не попадаемся. Есть. Фух, нанесли что-то красного урона, ну блин, ладно. Пока держимся. Ох! Да ё! Ну все. Нет-нет-нет, отходим. Отходим! Я пару раз по нему хорошенько попал, вот. Давай! Есть! Блин, он мне красного урона слишком много внес, очень жаль. На тебе хедшот. Все, тут нормально зашло, зарубили. Так, еще двое, блин, это страшно. Блин. На тебе. Нет! Нет! Пару раз так хорошенько попал, и, блин, все так печально закончилось. Ну, я почти затащил эту схватку, ладно. Ай, печаль. У троих уровень пришел, вот это круто. Блин, 88-го. Все кандидаты... А, вон, два кандидата. Угу, угу. Так, ладно, пойдемте наем глянем. Воин. 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 Да-да-да, у нас, короче, ребята... Да, с кинжальчиком неплохо, кстати. Торговца пока не пришло. Торговца пока не пришло. Давайте тогда прокачаем уровни, что ли. Навыки. Так, не у тебя, да? Далее. Вот здесь навык пришел. Так, сюда мы что можем качнуть? Это у нас вообще что было? Уверенность в своей броне, да-да-да. Так, теперь здесь... Двигайтесь быстрее, невзирая на тяжесть доспехов. Здесь. Ложный замах, быстрая повторная атака. Да я даже не знаю. Кстати, может в щиты. У меня щитов нету. С другой стороны, может я буду их покупать. Кто знает, это же дуэли все-таки. А тут у нас... А почему я не могу вот это качнуть? Напомните мне. Ладно. Отказ от атаки, быстрое парирование. Ложный замах и быстрая повторная атака. Ну, давайте вот это, наверное. Так, ты у нас, дружище. Тебе, может быть, тяжесть доспехов... Давайте вот это. Так, у тебя вроде ничего. У тебя, у молотка. У молотка у нас... Уверенность... Давайте вот это.
Все, у нас опять все калеки-инвалиды. Че, в кулачник идти дальше? Или в драку? Кулачная или драка? Драка есть? Кулачная есть. Давай, вот ты пойдешь. У тебя просто тупо больше всего жизни, поэтому ты, скорее всего, дольше всего продержишься там. Ай-яй-яй! А, да? Ладно, у меня получилось кулачный выиграть. Вот это было сейчас неплохо, хорошо. Дуэль, схватка. О, давай ты у нас на дуэль пойдешь. Вот интересно. По-моему, дуэль проиграна. Мне кажется. Если я сейчас молотком в бошку тебе не пропишу, а это вряд ли. Ай-яй-яй, стой, стой, ты что делаешь? Что за джедайские фокусы? О, вот это неплохо сейчас было. Второй раз неплохо. А, да, два хедшота? Это было сейчас совсем неплохо. Зачистка, да блин, с молотком на зачистку. Пойдем, вот ты на зачистку сходишь. Ладно, минус один. Это было довольно неплохо. Минус. Ударчик. Ай-яй-яй! На, на. Все, хорошо, минус два. Осторожно идем, осторожно. Минус 3. Блин, посохом вообще идет суперски, смотрите. Ай, пока против меня длинное оружие не вышло. Офигеть! Офигеть! Смотрите, как легко я замутузил трех человек и как легко меня замутузил четвертый. Ну, это же просто жесть. Точно так же. Подошел ко мне. Хоп-хоп-хоп, все. Так, идем в кулачник опять. Черт его, может, я и играть-то научусь. Кто знает. Интересно, здесь учитывается количество жизней у мужчин, у женщин, что оно разное должно быть, по идее. Ну, кстати, да, вот смотрите, я ее быстро завалил. Да ладно. Кстати, что у меня там по деньгам? У меня 1,6, кстати, не так много. Схватка, дуэль. Пойдем, может быть, на схватку. А, стоп, схватка это у нас 2 на 2. Кулачный бой, кандидат неумеха, пойдемте. Вот сейчас мне точно наваляют. Нет, нормально. Блин, неужели я научился в кулачном бою что-то делать? Офигеть! Смотрите, серебряный на халяву практически сейчас был. Зачистка. Ай. У нас этот еще не оклемался. Пойдемте, может быть, на 55-м попробуем позачищать. Ну, 6 серебряных, это очень соблазнительно. Я хочу ходить на зачистки, потому... Да хорош! Ёлки!
Это я сам нарвался очень неудачно. Ах! Просто взяла и тыкнула. Кстати, я вижу, уровень пришел. Блин, как неудачно-то было. У меня просто после этого сразу дизморалька такая. Бах, мне пол красного снесли. О. Так, управление. Что там у нас? 55-е надо качнуть, да? Далее. Навыки. Далее. Далее. Так, хорошо, тебе, чувак, подошло, да? Значит, нужно... Давайте вот так, наверное. Что там по наемникам? Воины. Может, нанять, кстати, кого-то? Так-то по-хорошему. 2 на 2 ходите. О, торговец! Иди сюда, дружище. Олан торговец. А как мне теперь с ним торговать, не подскажете? Ну, нанял я торговца, да. А что... Что мне теперь с ним делать? Это-то тут все равно один. Кстати, да, вы говорили, что нужно бы посмотреть шмоточки под своего персонажа, хоть немножечко его приодеть, там все дела. Так, не... А, это я покупаю на свое имя, я понял, а потом раздаю уже ребятам, которые... Так, ты у нас для знатока. Фишка в том, что у меня... Нету таких рангов, если чё. Я бы вон этот Моргенштерн купил бы кому-нибудь. Ну, ты тоже на знатока. Моргенштерн для новичка. Цена 1 золотой и 10 серебряных. Блин, дорого. Я бы купил, но дорого. У меня тупо нету столько бабла. Посох, обитый железом. Баланс хороший. Дробящий, стоп. Посох такой же, как у меня базовый, нет? Нет, обитый железом. Погодите, у него будет лучший урон. Надо посчитать описание моего посоха. Так, поножи нет, куртка. Куртку можно купить, кстати, кожаную. Ну, вот эти все железки, это, я понимаю, это сейчас бесполезно, это все на экспертов, знатоков. Ладно, пока что подождем. А, вот, торговец, привет, чувак. Ха-ха, у тебя можно бомжатский шмот купить. Да! Крутяк, хорошо. Сколько стоит эта штука? 6. Сколько вы мне, блин, на прохождении проедали мозги, что вот этот щит бесполезный, выкинь его, что за говно, зачем ты это подобрал? Поножи плетеные, это на знатока. Блин, вот это шлемчик. Почему у некоторых вещей, которые есть здесь, их не было в обычной игре? Знаток. Новичок. Кстати, против хедшотов неплохо так. Неплохо так. Возможно, не будут так убивать. Может, купить. Ранг неумеха. Так. Даже не знаю. Ладно, я понял. Тут можно покупать вещи. У меня просто еще денег не так много. Давай вот ты у нас пойдешь в кулачный бой. Ай. А я сглазил. Я сглазил. Нет, уходи. Я не люблю в темных углах. Там все обоссано обычно. Да блин. Я же его тоже хорошенько попрессовал. Ладно, я сглазил, я проиграл. Хорошо, пойдем дальше. Драка. Во! Вот драка, это то, что мне сейчас нужно. Пойдемте. Просто бабла поднять. Азина, три топора. Три молотка, блин. Ого, там сразу вот этим... Молотком в глаз тыкнули.
Что-то у меня, не знаю, не так много шансов с этим молотком. Я им не очень хорошо управляюсь. Хотя было парочка неплохих боев, но я все равно себя очень неуютно с ним чувствую. Вон там есть большой молот, кстати. Может взять его? Попробую с большим молотом продуть. Нет! Чуть не подставился. Не-не-не-не-не! На, до свидания. Фух. С непривычки я думал, что сейчас продую, потому что нужно было опять тайминги учитывать и всякое такое. Большой молот сложнее в управлении, чем маленький. Пойдемте опять на драку, что ли. Я на вызовах потерял много денег на самом-то деле. Сколько у меня, там сколько, 5-6 золотых было, сейчас 2 золотых, потому что я на вызовы иду, один, ой, не золотой, серебряный, бах один серебряный, и много денег потеряно оказалось. В общем-то, да, деньги такой серьезный ресурс, который нужно экономить. Буду по возможности менять молоток. Не знаю почему, но он мне не внушает. Такой подкрался. До свидания. Просто последний удар оставался. Ну, это не было для опыта, это было чисто для зарабатывания бабла, серьезно. Так, драка. Вот, пойдемте. Будем просто деньги сейчас набивать. Потому что с каждой драки мы выносим один серебряный, если выигрываем. Ну, это вроде как удается. Тут у нас все с короткостволом. У чувака топорик. Арматура. Я думаю, у кого что забрать, если забирать вообще. Вон, этого вдвоем просто прессуют. Куча мала. О, арматура победил. Арматура wins. Flawless victory. Так, топорик. Хочу ли я топорик взять? Топорик проиграл, но... Кто же запрещает мне с ним выиграть? Я чуваку почку вырезал. Нет! Тох, блин! А-а-а! Не-не-не-не-не! Иди нафиг! Есть! Фух! Топорик немножко спорное оружие, но хотелось поэкспериментировать. Ну, ладно. Хорошо, что эти эксперименты не обошлись нам в копеечку. У тебя ассортимент меняется? Меняется, кстати, да, да. Что ты на этот раз нам ковбойскую шляпу предлагаешь? Прикольно. Просто чтобы нагонять на врагов это страху. Так, хорошо. Ты у нас кто? Кожаный жилет. За 7 серебра. Да блин, ну не знаю, но мне так жалко все это платить. Вот этот подшлемник. Ну блин, ну да, он вроде как... Один режущий, один колющий держит. Ну... Дорого все, дорого. Не знаю. Мне прям аж... жаба душит. Кто у нас там был? 55-й? Нет, не 50. 55-й? Пойдемте попробуем на зачистку сходить. Да хорош!
До свидания. Вот это просто сейчас избил. Да, он меня поцарапал. Нельзя попадаться под эту штуку. Попался бы и все. Пока что, вот, не знаю. Главное начать избивать. Не меня начать избивать. Нет! Блин! Вот это сейчас было обидно. Просто за спину завел эту штуку и ударил по затылку. Сколько он? 2-3 удара мне таких хороших нанес. Блин, вот это обидно. Ну, потому что он... я выигрываю 2-3 боя на изичке, и потом в четвертом бою или в третьем бою меня валят. Блин, это так обидно. Черт, я вам даже не могу передать. Кстати, наверное, из-за того, что я первые 2-3 боя выигрываю быстро, из-за этого я расслабляюсь и просто потом начинаю пушить. А просто пушить нельзя. Вот, а потом, когда прилетает, это уже поздно осознаешь, и все. Ну, ладно. Давайте, ребят, делаем ставки. Сюда или сюда? Кто? О, хорошо. До свидания. Блин, фух. Вот это сейчас было опасненько. Хорошо. Чуть-чуть денежки подняли. Да я не буду сейчас... Мне каждый раз рука тянется к торговцу зайти. По кулачный бой? Пойдемте в кулачный бой. На 33-м, на молотке пойдем в кулачный бой. Свидания? Да, до свидания, нормально. Ну, не знаю, ладно. После этой серии мое отношение к кулачному бою немножечко меняется, потому что ладно. Пойдемте опять на молотке. Может, я возьму у кого-то сейчас что-то, посмотрим. Ох, блин, смотрите, как огромный молоток избивают. Вот этими то ли вилами, то ли вот этой фигней. Вилы, кстати, тема. Может, вилы купить? Колющее, длинное, острое. Вот, посох с металлическим набалдашником. Ого! Ого! Ты не офигел? Ты не офигел? Такой подходит сходу, хыдыщ, половина красного урона. Хыдыщ, ты труп. Что это сейчас было? Блин, от этого даже ж не защитишься же ж никак же ж. Пойдемте в кулачный. А, окей, нормально. Flawless victory. Может, нанять кого-то? Походить на зачисточки где-нибудь 2 на 2. Давайте посмотрим, кого я могу нанять вообще за те деньги, которые у меня есть. Так, есть какая-то бомжара с тесаком. Есть... вот, чувак с вилами, кстати. В кожаной куртке с вилами. Фу, неплохо. За 9 серебряных. С копьем.
Ой, блин, два золотых. Это будет дорого. С топориком за один золотой, за почти два золотых. Чё так дорого-то? С Моргенштерном 6 золотых, это было понятно. Может тебя взять, дружище. Неплохая броня, но чайник открыт. Если ему прилетит по голове, а он будет идти в ближний бой с ножом. Не хочу. Я думаю, может парня с вилами взять. Он такой... Ну, с копьем я бы хотел, на самом деле, но с копьем не получится. Взять чувака с вилами, давайте попробуем. Закрываем. Где бы нам сейчас найти какие-нибудь хорошие парные состязания? Зачистка. Неумеха, неумеха. Есть кулачный бой, драка. Пойдемте еще раз попробуем на зачистку. Ну, не знаю, но... Спасибо. Спасибо! Спасибо, блин! Офигеть. Сходил. Лох, трусы в горох, блин, елки-палки. То есть, получаешь сильный удар, это станет. После того, как тебя станет, ты ничего не можешь сделать. То есть, я только начал бой, пропустил первый удар, сразу же прилетел второй, третий, все, ваут, списан. А, офигеть. Пойдем в драку. Может быть, на ком? На 22-м? Да, наверное, давайте так. Мне интересно, если я в драку поставлю наемника, он же не будет вот так вот, как я, поступать. Он же сразу попрет, сразу отгребет и сразу сдохнет, мне кажется. Поэтому наемника в драку ставить, это было бы глупо, на мой взгляд. Есть удар. Минус. Хорошо. Вот тут удачно достаточно получилось. Удар. Не лезь! Не лезь в середину! Фух. Да по хребтяке ей дай, вот так вот. Слушайте, а сейчас было даже неплохо. Сколько я хороших ударов несколько сделал и все дела, все хорошо. Мне хочется что-нибудь парное, раз уж я нанял этого овца с собой. Зачистка. Кулачный бой, дуэль. Дуэль на кандидате. Блин, а у меня, кстати, почти все кандидаты. Мне нужно 33-го. Пойдемте, может, в кулачный бой сходим. Ай! Бей его! Не меня, его бей! Блин. Ну ладно, ладно. Тут, да, не всегда выходит. Я хотел 33-м уровень качнуть, но, блин, ладно, не случилось. Интересно, за то, что я проиграл, но все равно понадавал ему по роже. Пойдем еще раз. Ему дают опыты за удары, так скажем. Все, склеился, хорошо. Блин, кулачные бои напряженные. Наоборот, самые безопасные, потому что ты ничем не рискуешь, но офигеть, какие напряженные. Я хочу на 55-м на зачистку сходить. Блин, там есть вызов еще, кстати. О, есть схватка на кандидатах. А схватка это 3 на 3, да? Блин, ладно, тогда вот так вот идем. Я хочу пройти зачистку, блин. На.
Вот этот противник был сейчас опасный, потому что с длинным оружием вполне мог мне засветить. И это с длинным оружием, этот. Все. Зажали. Тут единственное, когда быстрое оружие, единственный способ это заспамить. Блин! Зачем я в близкую иду? Зачем я в близкую иду? Смотрите, первый же удар, блин, просто топором промеж глаз прилетело. Не открывайся. Вот. Ай! Все, заспамил, нормально. Последний, что ли? Это может просто ваншотнуть. А! Я был близок к тому, чтобы просто отъехать сейчас. Нет! Нет, блин! Это был последний бой. Я еще так хорошо в ухо этой палкой зарядил. Чтоб тебя! На самом деле подвела тетка с топором. Ну, я сам подставился, я понимаю это. Ну, блин, это было сейчас офигеть, как печально. Ай, ладно. Лезь. В драку, наверное. О, есть двое на двое, кстати. Давайте сходим. Только не 33-м, давайте сходим. А, да хоть бы и тобой, наверное. Попробуем, попробуем. Я пожалею об этом, но надо попробовать. Я своего же ударил. Я молодец. Нет! А почему он с кулаками? Я что, не надел ему оружие, что ли? Но мы победили. Блин, прости, чувак, я, кажется, тебя... ножом ударил. Почему он с кулаками был? Говорят такие, иди... Блин, он, да, получил немножечко управления. Иди, они сами возьмут нужное оружие. Так, далее. Далее. Почему чувак был с кулаками? Не подскажете? То есть мы выиграли, конечно. Да, это прикольно. Дружище. Что с тобой не так? Олан. Олан. Оло! Олан! Так. Ну хорошо, по крайней мере, мы немножко денег подняли. С учетом, что я его нанял, у меня... Блин, опять зачистка. Ну зачем вы меня маните каждый раз на эту зачистку? Давай я на дуэль схожу, наверное. Я на зачистку хочу пойти 55-м, но пока он вылечится, блин, тут все постареют, мне кажется. Ёлки! У него быстрое, короткое оружие. Мне нужно ему зарядить со средней дистанции. Но я ему типа мелкие тычки сейчас даю потихонечку. Но это наносит меньше урона, чем мне хотелось бы. Ай. Вон, кажется, из него что-то полилось. Может, охладительная жидкость? Нет! Нас! Да ох, не есть! Просто вот сейчас выброс адреналина такой. Я думал, я уже отъехал. Нет, оказывается, выиграл. Это сейчас пойдет на восстановление, но все же. Не знаю, ребят. Я, кстати, с вами немножечко не согласен на эту тему, что... Зачем я столько нанимаю и все дела? По-моему, довольно неплохо пока идет. Я понимаю, что я потом разорюсь, наверное, на экипировке, но пока что для зарабатывания денег... Кстати, знаете что? Смотрите.
Кандидат. Мне бы их до новичков, наверное, подкинуть. Смотрите, какие просто заработки на новичке. Тварь, что за тварь? Серьезно, это будет против какого-то животного, против какой-то твари? Я хочу вот этого неумеху прокачать до кандидата. Он меня с этим молотком долбанным. Я уже пожалел много раз, что я взял чувака с молотком. Хотел поэкспериментировать. Ну, с другой стороны, я поэкспериментировал и узнал, что не стоит так делать. Но, блин, мне это уже стоило того, что... Так, вы там кого-то уже уколбасили, да? Вот эту с крюком уколбасьте, пожалуйста. Да хотя... А у вас тут как дела? Честные поединки? Вот. Оп-оп-оп! Блин, это ко мне. Давайте не на... Блин, двое на меня. Это офигеть. К такому жизнь меня не готовила. Нет! Да ёлки, ножом-то в спину! О, хорошо. Спасибо. Все, до свидания. Фух. Ну, на самом-то деле, есть маленькие такие преимущества, когда двое на тебя нападают. Тут же такая штука, как Friendly Fire-то не предусмотрена, и поэтому... 55-й не восстановился. 88-й. Давайте... Да, черт с тобой, давайте я сюда схожу. Я знаю, пожалею, потому что... С топориком... Там... Уже по горбу схватил... Да ну блин! Чувак просто заспамил. Ну, обычно то, что я делаю с посохами, то же самое, по сути, сделал и он. Стоп, а я брал чувака разве с... А, погодите. Погодите. Я же брал себе чела с вилами, нет? Почему у меня нету нигде вил? Почему у него арматурина была? Вы же не хотите сказать, что я нанимаю чувака... Без его... Нет, я же его нанимаю целиком в его экипировке, правильно? Правильно. Тогда почему у наемника арматура, а не вилы? У него же вилы были. Долнит? А, вот почему. Потому что Алан это... Так, ребят, ладно. Кто себя сейчас убил фейспалмом? Извините, пожалуйста. Я ходил в драку с торговцем. Как тупо это сейчас было. Я ходил в драку с торговцем, и мы с ним затащили. Что? Давай двое на двое. Или нет? А, нет, стоп, он у меня здесь не числится? Тогда я не понимаю. А, нет, вот у него есть вилы, кстати. Неплохо я так прошелся, сколько я два хеда им раскинул. Ой, блин, это мне прилетело. О, минус, отлично. Держись, чувак, я иду.
до свидания. Вот это мы сейчас хорошо разобрали. Нет, значит, ладно. Я на секунду просто подумал, что я ходил в драку с торговцем, но он не ходит драться, фух. Игра это предусмотрела. Зато он теперь стоит с арматуркой на плече. Все хорошо, все нормально. Привет, дружище, о чем поговорим? Ой, блин, это было сейчас, конечно. Да, блин, когда же мне уже 55-го восстановится до конца? Я хочу сходить... Блин, на кандидате есть зачистка. За один золотой. Пойдемте. Да, я пойду на калеке, но... Ёлки! Нет! Ох, блин, это было слишком жестко, согласен. Сюда уже в этих шмотках идти нельзя. Все, я понял, нам нужно сидеть на неумехе, пока я хотя бы какие-то жилетики не подкуплю, потому что слишком жестко. Так, посмотрим, как наш дружище вырвет на дуэли. Просто понаблюдаем, телек посмотрим. А чё на кулаках-то? А-а-а, стоп, может... Ох, блин, офигеть, он его просто уничтожил. Может потому, что его оружие не подходит под рейтинг этого боя. Все, 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 до меня доперло наконец-то. То есть его вилы не подходят под неумеху. Хм. Давайте мы его на зачистку отправим. Блин, он уже отхавал. Так иди в ближний! У него же дальнее оружие, у тебя кулаки, иди в ближний! Лошади, лошади, уходи! Нормально, одного сложил, но насчет одного я не сомневался. Посмотрим, сколько он выдержит. Я надеюсь, его не убьют, вот что я надеюсь. Вот это он отвешивает красиво. Техничненько так. Переходит в нападение. Удар поворотом. Гол! Ох, вот это вломил он ему, конечно, сходу. Держи, держись к нему поближе, ты же кулачник. Я советую чуваку, который меня не услышит. Ну, мы же всегда так делаем, правильно? Хорош! Он тебя топором избивает. Но нет, на самом деле... Ой, блин, вот это сейчас прилетело больно. Давай, врежь ему. Так, минус 3. Вот этот удар топором был очень больный. Я не знаю, сколько ему это стоило. Блин, тут сейчас мелкий топорик. Красиво. Ох, четверых! Пятого, пожалуйста, вытяни, чувак, блин, у него посох, ты серьезно? Вот это был хороший момент, я как раз подумал, я бы в этот момент атаковал, и он тоже так сделал, только у меня, скорее всего, не хватило бы реакции. Черт, держись, нет! Он сложился в пятом раунде. Черт! Вот это было сейчас обидно-то. Хоть не убили? Сейчас надо посмотреть, сколько ему восстанавливаться. А, пол хпшки. Пол хпшки. Идем в кулачный. Мне бы, наверное, надо будет нанять еще одного чувака. На. Да хорош! Она меня каблуком ударила! Ай. Я уж хотел сказать, что чувак кулаками сделал то, что я не мог сделать столько времени
с оружием. Ай-яй-яй, отходим. На, отъедь. Все. Он показал, что он еще такой встает, ножками дрыгает. Ну ладно, ладно, хорошо, все. Я более-менее научился что-то делать в кулачном бою. Дуэль. Драка. Пойдемте в драку. У нас 33-й до сих пор не умеха, надо будет посмотреть. У него очки-то еще не подъехали. Нет, не подъехали, прикиньте. Я хочу его прокачать хотя бы один уровень еще. Но он не хочет качаться, чувак. Молоток не умеха. Ударил? Ударил. Ох, там по горбу чуваку при... Не надо! Убери свою кувалду отсюда! Вот кувалдосом-то машет. Валим! О, все, она от меня отстала, ее тут же грохнули. О, красиво. Ой-ой-ой! Вилами в лицо! Ха-ха-ха! Нет, встань! Между двумя чуваками оказался. О, хорошо. Спасибо, спасибо, дружище, выручил. Блин, оно еще и живое. Есть! О, как я это сейчас вытащил. Вообще просто тупо удача. Никакой, я не буду говорить, там какая-то скиллуха, бла-бла-бла. Тупо удача сейчас была. 33-му не пришло, не пришло. Так, дуэль, кулачный бой, драка. Давайте сходим. Схватка есть. На схватку можно пойти, только на 55-м. А, у меня не хватает, да, схватка это 3 на 3, да-да-да-да-да, я вспомнил, мне не хватает. Пойдемте тогда еще подлечимся в кулачном бою, на 22-м пойдем. Да хорош! Это я, вот это я сейчас открылся, окей. На, на. Почему нельзя ее схватить там, например, об колено жахнуть? Да, да-да-да-да-да. Я уже понял, собирался отходить, и на отходе прилетело в челюсть, и все. Да, ладно, согласен, пофиг. Это было правда. Кулачный, схватка, драка. На кандидатах драка? Смотрите, на самом деле приносит по 3... Схватка. Пойдемте. Блин, а тут ребята уже посерьезнее, да? Реально, нужно будет сходить, прикупиться что-нибудь. Минус 2. Осторожно, не подходим. Минус 3. Такой тык-тык-тык-тык-тык, уполз. Мне выгоднее, чтобы сейчас победило короткое оружие, чем длинное, но я не полезу. Наверное. Да блин, больно! Валим! Сюда, на свет. Блин. По-моему, я ему сейчас просто большой палец отбил. Знаете, он такой держит топорик, ему прилетает посохом по большому пальцу руки, который он держит топорик, и он такой, а! И от болевого шока умер, и все. Ну, серьезно. Так, согласен, на кандидате прям уже становится жестко. Давайте мы, наверное,
На вот этом вот чувачке сейчас сходим в драку. О, два золотых, неплохо, я все-таки выиграл деньги. Вот, сейчас посмотрим, что тут будет твориться. Такой беспредел. Ладно, торговца мы наняли, наемника мы наняли, денежек чуть подкопили. Теперь, наверное, придется скупиться по чуть-чуть. Я просто не знаю, мне так жаль каждый раз тратить бабло, но, видимо, придется это делать. Потому что становится уже более жестко. Там на кандидатах люди уже в куртках, в жилетах. Пора бы уже приодеться. Может быть, я не знаю, насчет оружия я не уверен, что-то я куплю, не куплю. Мне нужно просто посидеть, посмотреть, что продают на рынке. Наверное, я это сделаю за кадром, потому что ну, копаться на рынке это не так интересно, как бои проводить. Ну, кто кого? У них у обоих медленное оружие вроде как. Это же прут, а не посох, да? Ох, молоточком-то заехало неплохо. Этому тоже по почкам. Все, хорошо, посох остался. Это посох, это... Сдохни, тварь. Как бешеная куропатка на меня налетела. Такой пак-пак-пак. Ладно. Хорошо, ребят. Значит, мы более-менее поняли направление наших следующих продвижений. Мы будем, наверное, покупать какие-то вещи. Возможно, возьму еще одного наемника. Посмотрим, как все будет. Вообще, если я куплю вещи, наверное, у меня денег-то не останется. Пороюсь на маркете, на рынке за все это время. Посмотрим, как это все будет. Ну, пишите, если будут какие-то советы, какое-то что-то, где-то как-то. Кроме того, что зачем я делаю столько нового народу, все новый народ я не делаю. Потихонечку просто качаю старый, а потом я еще буду смотреть, кого из них я хочу одевать, кого не буду, кто у меня будет просто как запасное колесо. Все, ребятушки, на этом у нас все сегодня. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек, всем покеда.